Темрюкский район – это настоящая житница Краснодарского края. Здесь три моря – Черное, Азовское и Море Вина. Здесь есть все для полноценного отдыха и оздоровления. Бескрайние поля виноградника, пахчевые культуры и персиковые сады, белоснежные пляжи и грязевые вулканы. Вы собираетесь на отдых и не знаете, какое место выбрать? Где же находятся самые лучшие пляжи Азовского моря? Итак, давайте посмотрим. Четвертое место. Ильич. Кто же этот мужчина? Неужели тот самый, по чьим заветам жила советская молодежь? Нет, это всего лишь маленький поселок на берегу Азовского моря рядом с Крымом. Самое уединенное место на Азовском побережье. Какая же тут тишина! Самое то для настоящего отдыха. Пляжи здесь небольшие, однако они вполне вмещают всех. Цены значительно ниже, чем в других курортных местах. Третье место. Голубицкое. Самая знаменитая и популярная станица на Азовском море. И, наверное, не зря сюда приезжает огромное количество народу. Почему Голубицкая? Наверное, сами отдыхающие сделали имя этой станицы. Здесь много развлечений для детей и взрослых. Парк аттракционов, дельфинариум, аквапарк, фермы, комплекс бассейнов, водные аттракционы и грязи. Это то место, в котором никогда не будет скучно. Если хотите подробнее узнать про цены на развлечения, переходите по ссылочке на видео. Голубицкая похожа чем-то на знаменитые курортные города. Здесь по-настоящему кипит жизнь в летний сезон. Второе место. Пересыпь. Перспективный и развивающийся курортный поселок на берегу того же Азовского моря, находящийся всего в 12 километрах от Голубицкой. Вы наверняка не слышали про него, поэтому настало время узнать и про это место. Пересыпь привлекает отдыхающих своим спокойствием и практически пустыми пляжами. Как же так, подумаете вы? Ответ прост. Многие просто не знают о существовании такого поселка, хотя Пересыпь нисколько не уступает Голубицкой. Таких широких пляжей вы не увидите больше нигде. Пересыпь может предложить вам жилье различных ценовых категорий. Здесь есть даже так называемая Рублевка, где располагаются самые лучшие отели и гостиницы. Пересыпь изначально была рыбацким поселком, поэтому здесь вы сможете попробовать самую вкусную морскую рыбку. Поселок специализируется именно на ней. Лотосы. Если вы попадете на период их цветения, не задумываясь, возьмите экскурсию и прокатитесь на катере. Увидев их цветение, вы не забудете эту красоту никогда. Итак, первое место. Кучугуры. Кучугуры – это небольшой курортный поселок на берегу Азовского моря. Это лучшее место для тихого и спокойного отдыха на побережье. Чем же кучугуры завоевали сердца отдыхающих, которые ежегодно возвращаются в это место? Большая береговая линия. В кучугурах широкие пляжи, удобный заход в море и песочное дно. Самое то для отдыха семей с детьми. А до моря и вовсе рукой подать практически с любой улицы поселка. Невысокие цены. Действительно, цены по сравнению с курортами Черноморского побережья, Кубани и Крыма здесь невысоки. Снять жилье здесь абсолютно не проблема. Большое количество гостиниц, отелей, а также частников, которые предлагают свои услуги. На любой вкус и кошелек. Вкусные фрукты. Здесь вы получите возможность кушать свежие вкусные фрукты из садов, которые произрастают прямо в кучугурах. Также в поселке есть рынок, на котором можно попробовать местную продукцию. 50 рублей за виноград отдают почти даром. Кстати, не забудьте попробовать наши таманские вина, которыми так славится район. Грязевой вулкан Пекла на мысе Плевака. Здесь вы сможете не только отдохнуть, но и оздоровиться. Грязи с давних времен используют для лечения суставов, болезней кожи и нервной системы, а также в косметических целях. Все полезные вещества проникают через кожу и плодотворно влияют на организм. И заметьте, вулкан имеет природное происхождение, а еще вы сможете принимать процедуры абсолютно бесплатно.
Итак, вот такой вот топ лучших пляжей Азовского моря. Какое место выбрали для себя вы и что вам нравится больше? Напишите в комментариях. Если вам понравилось видео и оно было полезным для вас, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Увидимся в следующих видео. Всем пока!